Всем здорово, ребят. Ну что, я захватил первый замок, точнее поселок, и решил сделать такой небольшой гайдик для ребят, кто не знает, что надо делать, как надо делать, и для гильдий. В общем, поехали. Изначально у вас по-любому должна быть там либо телега, либо WhatsApp, у кого что есть. Первое, для координации ваших действий. У вас в гильдии есть всего лишь первоначально 80 клеток. У меня уже 100, как видите. Все из-за того, что я своим основным аккаунтом и твинком захватил ближайший поселок. Он дополнительно дал плюс 20 территории возможности. Теперь моя гильдия может захватить 100 клеток. 4 часа под защитой, то есть на нас никто нападать не может. Соответственно, можно пробежать к этому поселку, еще захватить плюс 20 клеток. К следующему плюс 20 клеток. Таким образом вы можете перемещаться. Но опять же, давайте изначально с самого начала пойдем. Первое, у вас должна быть там какая-то связь с вашей гильдией. У вас должен быть по-любому координатор, то есть глава там гильдии, не знаю, кто будет за это отвечать. Почему? Потому что изначально все бегают в разные стороны, соответственно, захватывают все, что попало, и, скажем так, теряется для броска, да, то есть вот у вас есть вода, которая отвечает за марш-бросок. Вот если я, допустим, ой, как обычно, вот имперская армия, выбираю, и у вас теряется, соответственно, вода. То есть чем больше, скажем так, ваша гильдия, ребята, потратит этот ресурс, тем меньше клеток, соответственно, нужных клеток вы сможете захватить. То есть первоначально, если у вас есть цель там выиграть эту локацию за 2 недели, у вас должна быть четкая координация, должна быть связь. То есть это первое. В первую очередь, что надо захватывать? Надо захватывать максимальные, ребят, максимальные руины. То есть есть 5 левела, вот 3 плюс 200, 2 плюс 150, 4 250. Сейчас найдем с вами 5 левел. А вот у меня здесь 5 левел, рудник. Они дают по 300. Обычные поля дают 50. Того, 50 того. Это реально фигня. Видите, мы вот переместились, кстати. Перешли на новый поселок. Это наш новый дом. То есть первоначально вам надо определиться, где вы находитесь. Еще немаловажно. Вот мы, допустим, заходим на карту. Вот здесь я нахожусь. Нам надо двигаться к центру. То есть вы должны, у вас должен быть координатор, который будет определять, на что в первую очередь нападает. Лучше всего, как по мне, поделить гильдию на первое — захватчиков ресурсов, кто будет отвечать за определенные ресурсы, второе — там кто-то будет отвечать за захват поселков. То есть у вас должны быть тимы, которые между собой будут координироваться, потому что без этого будет полный хаос, как оно в большинстве гильдий есть. Вам надо изначально захватывать поселки и двигаться ближе к центру. Двигаться ближе к центру имеется в виду двигаться вот поселок, двигаться к городам. Вот уже пошли города, города дают плюс 40 клеток. Что это вам даст? Чем больше вы захватите, соответственно, городов и прочего, у вас будет возможность больше дальше зайти. То есть у вас будут добавляться вот эти вот клеточки. Когда вы достигаете лимита, вот у меня было 80 клеток, я не знаю, там или другие могут, но глава гильдии может сделать вот так вот. То есть отход невозможен, только лидер гильдии или вице-лидер может принять это решение. Зайдем сейчас на
основу, я вам покажу, как это делается, потому что это тоже немаловажно. Вы освободите дополнительные ходы, например, для захвата замка, когда вы заняли определенные рудники. Вот опять же, видите, вам придется все время вот так вот щелкать, пока этот баг не изменит. Вот вы захватили определенный рудник, да, вот к нему вот эти вот дорожки, допустим, не нужны уже, да. Вот это вот пустая клетка 50-50, но по сути это ни о чем, лучше захватить плюс 300. То есть 2 плюс 300, две клетки, ну, намного перекроют. А покинуть ферма нажимаете, и вот у вас пошел отсчет. И в итоге у вас здесь вот будет уменьшаться число, то есть у вас будет больше свободных ходов для игроков, которые не потратили еще, допустим, воду. То есть о чем я говорил изначально, то есть у вас должна быть координация, кто чем занимается, не просто все бегают хаотически. То есть пошли в одно направление, там группа 1 захват замка, там или те, кто занимаются захватом, они изначально захватывают. Ну, лучше, наверное, все-таки замок захватить, чтобы были плюс клетки. А потом уже выпускать следующие захватывают рудники. То есть вы там, по сути, видите, возле вас есть два поселка, да? Вы одну команду сюда отправили, одну команду сюда, третью сюда. Захватили, все, убрали лишние клетки. Дальше работают те, кто по ресурсам. То есть там в течение часа восстанавливаются ресурсы. Каждый час добавляется. Захватили рудники, у вас есть клетки, продвигаетесь дальше к центру. Таким образом вы быстро, вот видите, здесь уже четвертый левел. Вам самое главное, чем подальше залететь все гильдии. То есть вам придется в любом случае отменять вот эти вот пустые клеточки, которые нафиг никому не нужны. Соответственно, у вас будет больше ходов. По ресурсам я уже сказал, в первую очередь, если вы гильдии завалитесь, поселок, лимит клеток плюс 60. Вот поселки вам улучшать, лучше улучшать, конечно же, поселки. То есть вы будете постепенно переселяться. Видите, не написано. Ну, вы высаживаете, перебираетесь в следующий город. Ну, то есть, по сути, в поселок. Опять же, для этого надо координация. То есть, здесь, конечно, в чате можно там на карту, на гильдию кидать координаты, да, какие-то клетка была выстрелена. Ну, это не особо эффективно. Когда вы прикрепили там, например, в телеге сообщение, это намного лучше будет. То есть, вы высаживаетесь, опять же, у вас должны быть ресурсы для высадки, чтобы на всех хватало. У вас как раз уже прошло время, прошел час, и добавились новые ресурсы. То есть вы перебираетесь, по сути, с одного замка в следующий, и таким вот образом вы двигаетесь к центру. Для этого должна быть координация всех. То есть, кто там играет активно, вы должны общаться между собой. Потому что без этого у вас, по сути, ничего не получится. Вы будете бегать вокруг одной местности, чтобы переместиться в центр. Ну, я не знаю, это будет, конечно, жестко. То есть таким образом вы по чуть-чуть один, потом второй, потом третий двигаетесь в центр к самому главному имперскому. Если нужно ли, точнее, улучшать эти поселки, я пока не знаю. Вот именно поселок. То есть видите, можно где там наши. Его тоже можно улучшать, он даст больше клеток. Тут плюс 60 клеток. Плюс лимит, плюс производство ресурсов, плюс 600 даст. Тоже, в принципе, неплохо. Но его через некоторое время, насколько я понял, могут забрать. То есть гарнизон. Это ваше родное. Есть, наверное, я не знаю вот насчет вот этого, тут надо будет побегать посмотреть. Допустим, вы там будете улучшать, может и нету смысла улучшать изначально
Хотя есть смысл улучшать ваш поселок. Думаю, нету смысла вот эти улучшать, потом придется опять улучшать. Ну, не знаю, с этим надо будет разобраться. В общем, все равно вам всем будут идти плюс. У вас будет руда, да, допустим, вам там надо сколько на улучшение руды. 12 миллионов, да, у вас по сути 284 человека, это миллион. А 40 человек, это 10 миллионов. То есть надо будут все реально, все люди, которые есть, если у вас активная гильдия, 70 человек, в чем я очень сомневаюсь, вы тогда сможете каждый там апать без проблем. То есть по сути у вас, ну хотя восстановление опять же сутки займет. Если будет по 5000, 20 часов, 100 тысяч вы максимум зафармите. Так вот, только за один раз. Ну, я не знаю, с этим надо будет разобраться. Ну, таким вот образом вы сможете продвигаться дальше. То есть вам придется захватывать следующий, следующий, следующий. Есть ли смысл улучшать вот этот? Ну, тут спорный вопрос. Мне кажется, лучше побыстрее продвинуться в центр, захватить тут уже пятые и где-то здесь обосноваться. Для того, чтобы захватить имперский. Вот он, имперский замок. Сила гарнизона 10. Вам надо 1600 очей набить. Для того, чтобы получить 4000 самоцветов. Плюс 25 час восстановления. Ну, мне кажется, вам придется где-то здесь реально делать и обосновываться конкретно, нежели там. Вот, в общем, такие вот, ребятушки, дела. Ну, тут в принципе не особо и далеко, я думаю, можно при нормальном задротстве к нему достаться очень быстро. То есть такие вот дела по этой локации. В принципе, я вам такое основное все рассказал, показал. То есть здесь будет с городов больше идти вам. Это с поселка плюс 20 изначально. Лучше, мне кажется, город сразу. Тут город. Тут уже плюс 40. Улучшается, соответственно, у вас будет выше шансы. Но для этого нужна четкая координация. Если у вас будет, опять же, вот такая вот хрень. А, смотрите, оно подсветило. Кстати, я нажал. Ну, нормально подсветило. Или не, не, все равно не все подсветило. К сожалению. Я не знаю, наверное, когда будут отбивать, это будет печально. Я не знаю. Или будут учитываться, какие здесь пачки сидят, но пока сила гарнизона 7 здесь. В общем, это надо будет с этим разобраться, чтобы кто-то на кого-то понападал. То есть вам надо по максимуму продвигаться дальше, захватывать пятые рудники, убирать обратно же эти клетки. Ну, этим должны ведать определенные люди, то есть лидер, вице-лидер. Но опять же, у вас должна быть четкая координация. По-другому у вас будет вот такой хаос, как, например, вот здесь. То есть все в разброс, никто не знает, что куда, поселок этот никто даже не захватывает. То есть надо вот именно так, перешли на следующий, потом определились, там, допустим, глава гильдии сказал, занимаем, дал координаты в чат гильдию, занимаем вот этот вот поселок, ну лучше, конечно, в другой, чтобы расписать. Первая команда занимает там, грубо говоря, замок. Только вы можете переселиться, все перебрались, потом все занимают вокруг ресурсы, заняли ресурсы. Глава удаляет лишние клетки, ресурсы работают, увидели, клетки есть, хватает перебраться к городу. Пробиваемся к городу, ставим клеточку, добираемся дальше, 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 дальше. В итоге потом добрались уже по чуть-чуть к имперскому замку. В принципе, тут не так уж и далеко. Смотрите, поселок, раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, ну 8-9 поселков, то есть, ну так, чтобы туда добраться. То есть, по сути, если так разобраться, это вам надо
Вот у меня на один ушли все ресурсы, чтобы сюда дойти. Допустим, надо по-любому оставлять какие-то ресурсы. Это я с двух аккаунтов захватывал, то есть два человека. Надо какие-то ресурсы оставлять, чтобы можно было передвигаться, потому что для передвижения тоже надо дофига. Ну, в общем, это надо все координировать, делать. Но без этого, без элементарных таких вот шагов вы нифига здесь не сделаете, к сожалению. Надеюсь, вам помог этот гайд. Пишите, кто что еще увидел, что показать, рассказать. Ставьте лайки, буду, не знаю, пробовать, возможно, на немке, там у нас хороший онлайн. Всем удачи, всем пока.